Безрядковая жатка для подсолнечника наш 7,4 убирает подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. Конструкция лифтеров способствует делению на потоке подсолнечника, обеспечивая при этом непрерывную подачу массы к трехлопастному мотовиллу и далее к шнеку жатки. Шнек равномерно подает массу в наклонную камеру комбайна. Безрядковые жатки наши разработаны для максимальной загрузки комбайна при уборке, так как срезаются только корзинки, а стебли остаются в поле, не загружая молотилку комбайна и увеличивая скорость уборки, что важно для крупностебельных сортов. При уборке разных сортов и урожайности можно изменить скорость вращения мотовилла, перевернув блок звездочек на приводе. На жатку наш установлен высокоточный режущий аппарат Schumacher со сменными ножами, исключает использование перекрестных ременных передач и, как следствие, увеличивает ресурс. Сменная рамка навески позволяет агрегатировать жатку со всеми комбайнами. Для уборки разных сортов подсолнечника имеются регулировки угла наклона жатки относительно наклонной камеры комбайна.